Несмотря на позитивные прогнозы о приближающемся спаде в распространении пандемии нового вируса, ограничительные меры по-прежнему актуальны. И самая эффективная из них – самоизоляция. Поэтому многие по-прежнему остаются дома и очень правильно делают. Но приближается пора каникул, и в это время хочется провести время не только безопасно, но еще и с пользой, и в то же время интересно. Чем можно занять себя и особенно юных членов семьи, об этом в нашем следующем сюжете. Самая лучшая активность для ребенка – это игра. Дети играют постоянно, со сверстниками, с родителями или самостоятельно. Это одна из самых эффективных форм развития мышления и личности. Достаточно обратиться к своему детству, чтобы вспомнить, сколько всевозможных занятий в нем было. Например, выжигание по дереву. Современные наборы содержат все необходимое, в том числе для начинающих. Изображение нанесено на специальные куски фанеры или дерева. И остается лишь аккуратно вышить картину специальным прибором. Или настольные игры. Они успешно заменят детям разные гаджеты, телефоны, компьютеры и подойдут на разный возраст, так как имеют разные жанры, динамику, сложность. Одни имитируют жизненные ситуации, учат быстро находить решения, другие развивают азы математики и стратегическое мышление. Очень популярная игра сейчас – это Imaginarium, игра на ассоциации, на развитие, слово дел. Также очень классная игра – это мафия, для того, чтобы весело и с пользой провести со всей семьей время. Однако приближается летняя пора, и сейчас самое время подготовиться к этому прекрасному времени года. А значит, выбрать стильную и практичную одежду для юных модников. Она должна быть изготовлена из гипоаллергенных материалов и желательно натуральных тканей – льна, хлопка или шерсти. Особое внимание самым маленьким. Для них тоже очень важно составить гардероб на первые месяцы жизни малыша. Ползунки, распашонки, боди, комбинезоны, конверты на выписку, чепчики, слюнявчики, пинетки и многое другое. Очень большой выбор товаров для новорожденных, для мальчиков, для девочек, очень большой ассортимент одежды для детей детсадовского возраста, различные платьица. И, конечно, никто не отменял любимых летних игр и ребятни в песочнице с мячом, катание на велосипедах и бадминтона. Однако этот список может быть расширен. Также вот очень популярная у детей сейчас забава – это водный пистолет. В сложившейся эпидемиологической ситуации все товары лучше заказывать онлайн с доставкой на дом. В торговом центре «Флора Тверь» при покупке от 3 500 доставка осуществляется бесплатно. А через социальные сети вы можете узнавать о поступлении новых товаров.